Это где ты его раздобыла? У меня была заначка. Держала для особого случая. Но поскольку мы больше не попадем в порт... На, возьми. Хочу тебе кое-что рассказать. Обещаешь никому не говорить? Я не расстроена. Я не собираюсь лить слезы, сидя на кухне. Я сидела там и раньше, это был вполне обычный день. Возможно, это глупо. Но для меня это тоже обычный день. Мы ведь понимаем, что если бы мы были не здесь, а на земле, нас бы затопило. Вот ведь. Еще бы 2 месяца, и я бы вышел на пенсию. Да, я помню. Ты говорил, что это было бы последнее Рождество. Да. Которое ты бы здесь отпраздновал. И посмотри на нас сейчас. Мы празднуем Новый год. Естественно. У нас не было ни одной аварии. Даже когда наступил конец света, нам сказали, что мы можем есть водоросли. Водоросли. Я думаю, что это гнусно, есть то, что под ногами. Доброй ночи. Что случилось? Могу я с вами немножко поболтать? Может, кто-то из вас знает, что такое ускоритель частиц? Иди к себе в каюту, ложись спать, и тебе обязательно приснится ускоритель частиц. Иди. Гуля, это твоя каюта. Что ты здесь делаешь? Что-то случилось с бомбой? Нет, с бомбой все хорошо. Другое дело. У тебя есть презерватив? Что? У тебя презерватив есть? Тихо здесь, малышка. А, да, точно. Извини. А зачем он тебе? Рикардо, ну что ты как маленький? Ты что, не понимаешь? Я сейчас Соломеи.